видео запишу. Давай, привет. Привет. Я тоже в кадры попаду. А, начинается лед. Лед на дворце. Территория монастыря. На Останкинскую телебашню. Очень опасные, очень скользкие, очень крутые лестницы. Житие мое, Иван. Ты звонил в колокола? Вот там, кстати, слушай, офигенно. Ты молодец, ты хорошую точку выбрал съемки. Вот, прям на смотри, куски, смотри, как красиво, обалденно. Вот там вот сзади. А ну, Андрей. Слушай, только это сейчас видео идет.
Ух ты. А ну давай фотку, эти как сделай фотографию. Давай сфотографируем. Я просто в первую очередь. В общем, очень красиво. Очень весело. Мы пошли. Да, вы пошли. Куда будет Иван? Большой висел, два больших и много мелких. Два больших. А здесь по периметру различные другие. Свечку я забываю. Вот так здесь. Конечно, со временем. Ну, такая самая высокая точка в городе Торжке. На вершине колокольни Борисоглебского монастыря, в котором идет процесс восстановления на данный момент. Уже часть отреставрирована, делают стены и восстанавливают в том числе и эту колокольню. Мы забрались на самый верх. Прикольно. Целый-целый-целый еще этаж под крышей. Смотри, как прикольно, там целый этаж еще. Целый уровень. Целый уровень, да, ходы. А, так это ж может этот знаменитый подземный ход начинается. Это что там? Такие углубления для свечей, наверное, вот эти вот подсветки, или для лестницы. Да? Как освещение падает в разные стороны, да? Классно. Вообще гениально. Какое освещение. Так, у нас обстрел, значит, сейчас работает камера, поэтому в чистой руке заходит, там следим, что переваливает в камеру. Кстати, уникальная возможность забраться на колокольню, потому что большинство церквей либо закрыты для посещения, либо они разрушены. И не маленькая. Да. Самая высокая точка города. Выше нет. Нам повезло. Ну, это мало кто здесь. Ну, на самом деле похабщину снимать. Нет, там просто утренние, да, всякие фамилии эти, шутки. Это там не похабщина, это время, издержки времени. Издержки времени. На скале живописи я нужна, нет? А потом сопоставлять это.